Бодрое настроение этим весенним утром нам дарит образцово-показательный оркестр Росгвардии вместе с начальником военно-оркестровой службы Росгвардии, заслуженным артистом России, полковником Владимиром Васюком. И с начальником образцово-показательного оркестра Росгвардии, заслуженным артистом России, полковником Игорем Левандовским. Доброе утро! Доброе утро! Доброе. Вы часто гастролируете? Куда в ближайшее время вы поедете на гастроли? У нас планируется поездка на Кипр в рамках акции «Бессмертного полка». В этом году мы будем присутствовать и обеспечивать музыкальное оформление закладки камня памятнику, мемориалу русским воинам-освободителям. Кроме этого, у нас будет поездка в Южно-Сахалинск и на Урал. То есть 9 мая вы встретите не в России, а на Кипре? К сожалению, нет. А какая будет программа? Что будете исполнять? На Кипре много очень русскоязычного населения и наших соотечественников. Ну и на отдых приезжают люди, поэтому и 9 мая, конечно, будем исполнять в основном военную тематику. Ко Дню Победы будем все вместе петь, веселиться и радоваться. Ну, скажите, пожалуйста, какие есть стили и направления, которые не исполняет ваш оркестр? Или вам подвластно все? Да трудно сказать, что нам не подвластно. Очень разнообразные программы у нас, и стараемся, потому что наши зрители очень разношерстные, поэтому мы стараемся, чтобы всем что-то было свое. Давай вопрос, сколько часов в день вы репетируете? 4-5. Бывает 6. Давайте сейчас что-нибудь сыграем, такое зажигательное, утреннее. Для тех, кто не будет 9 мая на Кипре, послушаем что-нибудь из вашего репертуара. Давайте.